19 августа православные церкви, живущие по старому стилю или юлианскому календарю, молитвенно отмечают двунадесятый праздник Преображения Господня. По этому случаю послушайте сейчас праздничное размышление. Преображение Господне – праздник света и призыв к свету. Ни в каком другом празднике так ясно не выявляется, что Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. Это слова апостола Иоанна Богослова. Но тот же апостол в том же своем послании поведал нам, что Бог есть любовь. Следовательно, если Бог есть свет и Бог есть любовь, то можно сказать, что любовь и свет – это одно. Сам апостол Иоанн делает такой вывод, когда пишет: «Кто говорит, что он в свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». И вот здесь второй вывод, что если Бог и любовь – это свет, то грех – это не любовь, это тьма. Этот мотив борьбы света и тьмы, борьбы божественной любви и греха, столь ярко выявленный в первом послании апостола Иоанна, звучит ясно и во втором послании апостола Петра, часть которого читается за богослужением в день преображения. В этом послании апостол Петр предостерегает верующих от всякого зла, которое делает нас слепыми, и призывает нас при помощи всякого доброделания возрастать в познании Иисуса Христа, который есть источник света. В подтверждение истинности своего призыва апостол Петр ссылается на преображение Господне, свидетелем которого он был на Святой Горе. Этот призыв приблизиться к Господу, как источнику света, слышится постоянно во многих церковных песнопениях, особенно в богослужебных текстах этого праздника. Так в тропаре праздника церковь поет: «Преобразился истинно горе Христе Божий, да воссияет и нам грешным свет Твой преснослушный». А в Кандаке мы слышим такие слова: «Ты есть воистину отче сияние». Любовь, свет, сияние, слава. Вот в чем являет нам себя Бог. В день преображения все это стало явным и для телесного человеческого ока. Слава Господне, сияние божественной любви, которая была в сердцах праведных людей, также не раз проявлялась и вовне. Лики святых в разное время, подобно тому, как это было у преподобного Серафима Саровского, сияли ярче солнца. Этот же свет Христов ослепил Савла, так как он еще не омылся от своего греха. И тот же свет еще в Ветхом Завете озарял лик Моисея. А в будущем веке, по словам самого Христа, праведники воссияют, яко солнце. В такой своей силе, в такой чистоте, это откровение небесного света доступно преимущественно святым или тем, кого Господь по своему промышлению нарочито удостаивает этого созерцания. Тем не менее, если не самый этот фаворский свет, то образ, отсвет этого света, доступен для созерцания многим. Вся природа, все творение в той или иной мере отражает в себе свет божественной любви, свет Божьего благоволения. И это отражение, этот отсвет, и есть то, что мы называем красотой. Блаженны те, кто умеют видеть красоту, и блаженнее их те, кто познают ее источник. Для чистых сердцем высшая красота всегда связывается с благом, с добром. Они знают, что нет большей красоты, чем краса, просвещенная божественным светом человеческой души. Но эти чистые сердцем люди умеют уловить эту красу и в ликах праведников, своих братьев. Редко кто из нас грешных столь испорчен, чтобы не смочь порадоваться улыбке доброго человека или чтобы не улыбнуться, глядя на чистое детское лицо. Блаженны те, кто все это видит, кто может улыбнуться красоте Божьего творения. Но блаженнее те, кто воздает хвалу тому, кто дал им это видеть. Некоторые святые утверждают, что человек и создан для того, чтобы хвалить и славить Бога.
В словословии и хвале изливается наша любовь. И ангелы, так учит церковь, неустанно славят Бога и поют, воспевая красоту неба и земли. Вся их жизнь — пение, их дыхание — музыка. Вот надо, чтобы души верующих пели и звучали. По своей неизреченной милости Господь дает особенно остро видеть и слышать красу творения, этот отблеск рая не только святым, но еще особо избранным людям, которые призваны Господом узренное ими передавать многим другим людям, еще не столько чутким к созерцанию красоты. Эти особого рода избранники Божии — это служители искусства. Их дело созерцать прекрасное, прозревать в нем неприступный свет Творца и воздавать хвалу всему тому, что открылось их сердцу через их глаза, уши и мысли. Даже если этим служителям искусства и мысли не дается прямо славить Творца, поскольку их труды есть хвала, они творят дело Божие. Прозревая свет красоты в нашем потемневшем мире, указывая своей хвалой на этот свет, они преображают сердца тех, кто им внемлет, они вносят свою долю в дело преображения мира. Блаженны эти служители прекрасного, когда сердцем их движет любовь, и душа и тело их воздает хвалу. Но горе им, если дело их становится хулой на творение, клеветой на создавшего все, или низким укором тому, кого праведники называют первохудожником. День преображения Господня, когда людям явился несозданный свет божественной красоты и славы, является в некоторой мере праздником служителей искусства. Но церковь благословляет в этот день не плоды трудов художников, а садоводов. В этот день освящаются плоды садов, фрукты. Из всего того, что Господь дал нам снедь, плоды садов, кроме их питательности и вкуса, привлекают нас своей красотой. Адама Бог призвал возделывать райский сад. Этот сад был прекрасным, но Адаму предстояло сделать его еще прекраснее. Тем не менее, да не забудем этого никогда, высшая красота есть мир любви, а в этот мир одно лишь любование внешними прекрасными формами входа нам не откроет. Мир духовной красоты, мир святости достигается в подвиге самоотречения и самопожертвования. Недаром в кандаке праздника поется «Славу Твою, Христе Боже, видели, Твои ученики, для того, чтобы, егдатя утрет распинаема, страдания уба уразумеют вольное. И мира виже проповедит, яко Ты есть ибо истину отче сияние». Это сияние, эта слава Отца раскрывается в жертвенном подвиге Сына. Если мы хотим быть там, где праведники воссияют, яко солнце, как сказал Христос, для нас нет другого пути, кроме пути крестного. И теперь, после того, как Сын Божий простер руки Свои на кресте, истинная красота таит в себе и являет крестную печать. И в области искусства ныне могут тронуть наше сердце лишь те произведения, в которых просвечивает красота жертвенной любви. Не случайно Моисей и Илья беседовали с явившимся во всей своей светлой славе Господом о его предстоящих страданиях. Только приняв и пройдя сквозь свои страсти, Господь дал нам увидеть свет своего воскресения, свет, в котором дан нам залог грядущего воскресения и преображения нас и всей твари. Thank you.
Мы передавали размышления по случаю празднуемого ныне Преображения Господня и песнопения «Свети Тихий» знаменного распева. Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Продолжаем программу «Религия в нашей жизни», беседы Владыки Иоанна Шаховского «Этика научности». У микрофона архиепископ Иоанн. Говоря об ограниченности человеческого рассудка, один американский ученый указывает на такой психологический факт. Даже честный ученый иногда начинает себя чувствовать каким-то владельцем, собственником им созданной научной теории, и, отдавая жертвенно свою жизнь науке, создавая ту или иную теорию знания, ученый способен защищать ее научность как некое свое личное имущество. Был однажды научный спор между антропологами. Ученик Зигмунда Фрейда, Джонсон, безоговорочно принимал фрейдовскую теорию Эдипова комплекса, считая эту Эдипову теорию неизбежной фазой человеческого развития. Другой же антрополог, изучавший жизнь дикарей на дальних островах, установил, что дети этих дикарей, воспитывающиеся исключительно матерями и имеющие мало отношения к своим биологическим отцам, создавали семейные отношения и показывали психологическое развитие, отличающееся от наблюдений Фрейда. Стремление к установлению каких-то будто бы не терпящих возражений научных теорий особенно заметно в медицине и в психологии. Начав с открытия, действительно имеющего общенаучное значение, создатель той или другой научной теории расширяет ее и хочет уже ее объяснить все, не очень заботясь о новом подтверждении своих догадок новыми опытами и объективными данными. В результате этого в науке появляются системы, приходящие из сферы серьезных научных наблюдений к выдумкам. И должны пройти годы, прежде чем мякина таких выдумок будет отсеяна от истинной пшеницы науки. Вот от чего научное знание и ученость должны быть скромны. И тут именно открывается нравственность ученого мира. Известны такие грустные факты, что партийность науки и окаменение наукообразной систем, история с Лысенко и им подобные истории, известны всем. Нетерпимость и фанатизм их создателей и последователей ведет ученых к осторожности. И тут мы видим область именно научной нравственности. Это даже иногда приводит иных к недоверию ко всему новому в науке. Это другая крайность. Немало врачей, например, продолжают до сих пор прописывать лекарства, уже устаревшие. Но наука наших дней уже не встречает того сопротивления новому, которое ранее встречалось у ученых. Ученых стало вообще больше. Научные журналы быстро разносят все сведения о новых научных открытиях, фактах и наблюдениях. Но, с другой стороны, эта быстрота распространения новых данных в современной науке мешает и научной вдумчивости. Трудно стало врачу в наш век знать все стороны научной дисциплины, даже свои собственные. Вот характерный пример. Однажды американец доктор Уоррен запросил мнение ряда ученых в области сверхчувственных представлений и восприятий, парапсихологии. Доктор Уоррен хотел знать, что думают ученые по данному вопросу, и он просил их обосновать также свой ответ. Опрошенные им ученые высказали каждый свое собственно определенное мнение по этому вопросу. Но только около 20% из них сказали, что пришли к этому убеждению лишь после тщательного изучения предмета. 17% сознали, что пришли к своему убеждению только частично ознакомившись с вопросом. 20% ученых ничем не могли обосновать своего мнения. Из этого мы видим, что религию никак нельзя заменить наукой. Это своя особенная и великая область.
Следует уважать научную честность ученых, которые не страшатся признаться в том, что судили о каком-либо предмете большой важности, не потрудившись даже посмотреть всего, что было высказано ранее по этому вопросу. Если бы тут дело шло в данном случае о парапсихологии, эти ученые, возможно, сочли бы для себя невозможным высказаться без достаточных оснований. Априорное же недоверие к парапсихологии, встречающееся у некоторых ученых в наше время, указывает на психологическую связь всякого недоверия к новому. Нелегко возникает в мире и в науке новое. Но некоторые доктора, как и Стивенсон, думают, что материал, над которым работают парапсихологи, ведет к большой революции в науке, больше, чем революция Коперника. Ученый должен иметь одинаковый и трезвый научный скептицизм и твердость также убеждений. Но в науке еще нужно творческое воображение. Оно также необходимо ученому, как художнику, вдохновение. Как художник любуется прекрасным произведением, так же ученый рассматривает открывшуюся ему новую научную идею, любуясь ею, радуясь ей, рассматривая ее с разных перспектив. Научной осторожностью могут прикрываться и предрассудки. Читая о лекарственных методах, применявшихся в медицине 100 лет тому назад, врачи наших дней улыбаются, даже, может быть, смеются. Но в этой улыбке их есть и жалость к людям прошлых эпох, а может быть, и удовлетворение тем, что человечество так пошло вперед. Я надеюсь, говорит американский ученый, что врач будущего будет читать наши теперешние медицинские книги и рецепты с улыбкой жалости и снисхождения. И если врач будущего будет в состоянии так улыбнуться нам, своим предкам, это лишь подтвердит, что в смирении ученых есть правда. Да, есть правда в понимании слабости и лишь частичности нашего научного знания. И необходимо нам всем все более глубокое постижение реальности. Слова откровения апокалипсиса «Се творю все новое» открывают неиссякаемую силу жизни, сокрытую в мире. Это мы видим и в религии, и в науке. Но внутренней силой подлинного знания является нравственная сила смирения, скромности духовной и научной, как явление высшего реализма. Мы передавали беседу Владыки Иоанна Шаховского. В эфире программа «Голос Америки. Религия в нашей жизни». Сегодня, продолжая нашу серию бесед о книг Ветхого Завета, мы поговорим о предпоследней пророческой книге, книге пророка Захария. Пророк Захария называется серповидцем, потому что ему в видении представился свиток, изогнутый как серп. Происходил пророк Захария из священнического рода. К пророческому служению он был призван в раннем возрасте. Захария, как и Агей, о книге которого мы говорили в последней нашей беседе, побуждал народ еврейский к окончанию постройки второго храма. Это в начале книги. Но во второй половине его книги уже нет упоминания о храме. Видимо, эта часть книги была написана после освящения храма, совершенного в 6-м году царствования персидского царя Дария. Книга пророка Захария отличается обилием символических видений и подробными предсказаниями о последних днях земной жизни Иисуса Христа и о таких частностях, каких нельзя найти ни у одного из пророков Ветхого Завета. Например, о входе Спасителя в Иерусалим на ослице, а затем на ослике, о предании Христа за 30 серебряников и употреблении этих денег, о прободении ребра Христа на кресте
и бегстве апостолов из Гефсиманского сада. Из книги пророка Захария в богослужении православной церкви читаются большие отрывки на празднике входа Господня в Иерусалим, Великую Пятницу, в пятницу сырной недели, и также в день 12-го праздника Вознесения Господня. Память святого пророка Захария Серповица празднуется 21 февраля по новому стилю. В следующей беседе нашего цикла «Беседа книг Ветхого Завета» мы поговорим о последней пророческой книге первой части Библии, книге пророка Малахия. В эфире программа «Голос Америки. Религия в нашей жизни». Продолжаем передачу. В последних двух выпусках нашей программы мы ознакомили вас с содержанием большой статьи протоиерея Дмитрия Константинова, видного западного наблюдателя церковной жизни в Советском Союзе, Русская Православная Церковь в Советском Союзе в первой половине 80-х годов. Сегодня, как бы в продолжение этой темы, мы вас познакомим с главой из книги диакона Владимира Русака «Свидетельство обвинения» об издательском отделе Московской Патриархии, опубликованной в предпоследнем 140-м выпуске издающегося в Париже квартального журнала «Вестник русского христианского движения». Диакон Владимир Русак приобрел известность на Западе еще в прошлом году, когда обратился к съехавшимся в Ванкувере делегатам 6-й Генеральной Ассамблеи Всемирного Совета Церквей с открытым письмом. В этом обращении отец Владимир перечислил вопросы, касающиеся жизни Русской Православной Церкви, которые, по его мнению, заслуживают серьезного, всестороннего и откровенного обсуждения участниками Ассамблеи. От обсуждения этих вопросов Всемирный Совет Церквей под давлением советской делегации отказался. Отец Владимир Русак много лет работал сотрудником редакции журнала Московской Патриархии, откуда был уволен после того, как стало известно, что он написал книгу «Свидетельство обвинения. Историю Русской Православной Церкви советского периода». Эта книга еще не вышла в свет, но глава из нее, об издательском отделе Московской Патриархии, как мы уже сказали, вышла в 140-м номере журнала «Вестник русского христианского движения». С содержанием этой главы мы вас сейчас и познакомим. Глава открывается описанием типографской проблемы церкви, возникшей при захвате власти в России большевиками. В 1917 году они разрушили историческую и известную всем в России типографию Почаевской лавры и через год закрыли в Москве самую крупную из церковных типографий – синодальную. Церковь русская осталась без собственной типографии и по сей день. Далее диакон Владимир Русак пишет о нынешнем состоянии издательского отдела Московской Патриархии. Мы читаем. «Издательский отдел Патриархии носит весьма претенциозное название. Фактически это всего лишь редакционная группа. Какой это издательский отдел, если у него нет типографии, он ничего не издает, а только проводит редакционную обработку материалов? Если в будущем, как обещал главред на Редсовете 23 ноября 1976 года, редакция обзаведется ксерокопической установкой, то в условном, шутливом тоне его действительно можно будет назвать «издательским» в кавычках. Все, что издает Московская Патриархия, а это только ежемесячный журнал Московской Патриархии и некоторые богослужебные книги, все печатается в государственных типографиях. Поэтому первая проблема, с которой сталкивается церковь в своей издательской деятельности, выражается не в том, что печатать, а в том, где печатать. Автор далее заявляет, что никто, кто знаком с жизнью Русской Православной Церкви, не сомневается в том, что худшего положения, чем сейчас существует в издательской сфере Церкви, найти трудно. «Не говорю уже, — пишет далее диакон Владимир Русак, — о том, что не хватает конспектов для воспитанников духовных школ. Почему?
потому что размножаются они все на той же исторической пишущей машинке. И это в наше время, когда машинка используется только для подготовки оригинала. В наше время – время ротаторов и всевозможных других множительных установок. Так что же получается? Неужели Русская Православная Церковь, жертвующая фонд мира миллионы рублей, не в состоянии приобрести ротатор? Ну, хотя бы один на каждый из духовных учебных заведений. В конце концов, хотя один на Московскую, один на Ленинградскую и один на Одесскую семинарию. Финансово в состоянии, но не может, не позволяют. И приходится заслуженным профессорам Академии стоять в очереди, чтобы отпечатать крохотную статейку или лекцию, чтобы получить одну-две закладки своего творения на пишущей машинке. Да что там профессора? Сам покойный митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, патриарший экзарх Западной Европы, председатель комиссии Святейшего Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений и прочее, вынужден был издавать в кавычках свои труды все тем же допотопным машинописным способом. Прерогатива издавать типографским способом свои творения принадлежит исключительно патриарху. Это особая милость государства к церкви. Но и здесь дело не идет дальше публикации официальных выступлений, которые ни для кого не являются новостью, поскольку почти все они в свое время публикуются в журнале Московской Патриархии. Получается так, что тот, кто имеет возможность получать этот журнал, в сборнике слов и речей патриарха не почерпнет ничего нового, а тот, кто не имеет такой возможности, будьте уверены, тем более не получит этого сборника, имеющего скорее сувенирный, чем массовый характер. Далее в своей работе об издательском отделе Московской Патриархии отец Владимир Русак касается второй проблемы в издательской деятельности Русской Церкви – цензуры. Всякая журнальная строка проходит цензуру, произвол которой не знает границ. Драконовскую, как ее называют авторы цензуру всех церковных изданий Московской Патриархии, берет на себя Совет по делам религии при Совете министров СССР. Этот совет, утверждает отец Владимир Русак, существует не только для того, чтобы как можно оперативнее разрешить все недоразумения, которые возникают между церковью и государством, но и призван предупреждать такие явления. А для этого Совет по делам религии должен достоверно знать, чем, так сказать, дышит церковь. Поэтому все, что Московская Патриархия собирается издать, приносится в Совет для внимательнейшего просмотра. Далее из работы отца Владимира Русака мы читаем. В Совете читают 5 дней. Это самые внимательные, самые усердные читатели церковного журнала. Ни одна строчка, ни одна иллюстрация, ни одно слово не проскользнет мимо их недремлющего сознания. И это сверх того, что существует уже четко выработанная неписанная номенклатурная схема, которую каждый сотрудник репортажного отдела должен усвоить себе с самого начала. Например, следует меньше употреблять, это значит почти то же, что не употреблять совсем, слово «духовенство». Лучше всего писать «причт» или «клир». Не проходят в Совете по делам религии заметки о плохом состоянии кладбищ. Крестный ход можно упоминать только в описаниях пасхальных богослужений. В других случаях обычно пишется об окроплении храма и богомольца святой водой в конце божественной литургии. Архиерей благословлял народ? Так писать нельзя. При встрече архиерея или во время богослужения был колокольный звон? Об этом тоже нельзя писать, только упоминать в хрониках пасхальных богослужений. Встреча старосты архиерея? Старосту не упоминать. Надо писать, что встречает настоятель и члены церковного совета. Можно упомянуть о мирянах. Если судить по журналу, то староста не имеет в храме вообще никакого значения. В действительности он хозяин, и советская власть на его стороне. О наградах старостам тоже не надо говорить. Если архиерей благодарит настоятеля за усердие в трудах по благоукрашению храма, то следует придать этому оттенок, будто архиерей благодарит за это церковный совет.
А дальше можно написать. Он также отметил усердное пастырское служение отца-настоятеля. Дети на фото. Убрать безоговорочно. В английском варианте, тираж которого 3000, полностью рассчитан на западного читателя, можно оставить и детей. О Туринской плащанице информация и медитации не проходят. О храмах в новых городах, где они есть, например, в Комсомольске-на-Амуре, в нашем журнале вы не найдете ни строчки. Нельзя подавать соблазн. А то вдруг кое-кто захочет и в набережных Челнах построить храм. А это уж будет слишком. Диакон Владимир Русак далее пишет, что очень часто сотрудники издательского отдела сами предвосхищают правку Совета по делам религии. Например, умер талантливый и преданный церкви священник, который за церковное дело страдал. Уже в стадии редакционной подготовки некролога, пишет отец Владимир Русак, один редактор провел такую правку, что от человека даже скелета не осталось. Все, что касается испытаний, которые перенесли покойные священнослужители, все их выдающиеся способности, все это вычеркивается из текста. Вот что Русак пишет о стиле журнальных статей. Автор журнала Московской Патриархии упрекает в том, что, описывая ту или иную чудотворную икону, они, как правило, говорят общими фразами, не приводят ни одного факта чудес и помощи этой иконы. Да, не приводят, не дают такой возможности. А ведь без труда, по памяти, многие рядовые верующие могут привести десятки исторически засвидетельственных чудес от этой иконы. Но в нашем журнале не говорят о чудесах. Не принято. Это и понятно. Ведь если в светской печати позволяют себе писать слово «чудо», заключив его в кавычки, то мы на это, разумеется, не пойдем, как бы ни старались угодить совету. Во-вторых, срезаем острые углы, боимся, чтобы даже тень не пала на нашу, в кавычках, дорогую советскую власть. Все ее грехи против церкви, против Духа Святого, покрываем своим раболепным молчанием. К 150-летию Московской Духовной Академии статью «Славный юбилей» написала представительная группа преподавателей. Доцент Скурат, ныне доктор богословия, профессор. Священник Соколов, ныне заведующий заочным сектором. Преподаватель аспирантуры Осипов, ныне профессор. Пишут. В 1914 году намечались большие торжества по случаю столетнего юбилея Академии. Но начавшаяся война помешала осуществлению этого. Возрожденная в 1944 году, Академия 49 года снова в Лавре. Уважаемые преподаватели пишут историческую статью о 150-летнем пути Академии и без зазрения совести выбрасывают из этого исторического отрезка 30 лет, пятую часть истории, кстати, наиболее насыщенную историческими событиями самого высокого ранга. А здесь пропуск. Даже многоточий нет. Будто вообще ничего не произошло в этот период. Статья о приходе, созданном в 1919 году при той же Московской Духовной Академии, игумен Марк Лозинский также делает пропуск с 20-х по 1948 год. Вместо этого он ставит точки. Хорошо, что и они есть. Точки многоговорящие. С одной стороны, они говорят о совести покойного отца Марка. Он, видимо, не мог подверстать 1949 год к 1919-му, не показав этими точками, что между ними что-то все-таки произошло. Что? На дверях храма висел замок? Нет. Они не закрывались. Посетителей было достаточно, потому что в святилище был устроен клубный зал, а на месте алтаря — сцена. Готовя статью об отношении государства к той же церкви для нашего журнала, совсем не обязательно исходить из реальной действительности. Подбирай самые лестные слова из своего лексического запаса для характеристики этих отношений и заранее будь уверен, все в порядке. Отец Владимир Русак далее пишет, что принципиальная установка во всей редакционной издательской работе Московской Патриархии сводится к созданию видимости конкретности. Мы читаем. И мы уже до того привыкли к такому подходу к работе, что начинаем сами верить в конкретность этой видимости.
Это мы уже научились делать. В самых критических ситуациях мы умеем показать свое лицо хорошо умытым. 9 июля 1975 года в одном из храмов Подмосковья, где группа кинооператоров из Associated Press снимала за службой фильм для режиссера-англичанина, он был там же и руководил съемкой, вдруг за свечным ящиком начали продавать Новый Завет, которого в самой редакции еще не знали цену. От неожиданности никто не мог поверить, что все это происходит в действительности. 15 рублей экземпляр. Молодые люди, бывшие в храме, тут же приобрели по нескольку книг, кто сколько мог. Эффект известный. Пожалуйста, смотрите, в глухом провинциальном храме свободно продают Новый Завет. На редакционном совете 13 марта 1978 года главный редактор журнала Московской Патриархии делился своими впечатлениями от поездки в Женеву во Всемирный Совет Церквей. При этом он выразил опасения по поводу того, что в недалеком будущем светским журналистам будет открыт доступ к заседаниям Всемирного Совета. Для Русской Православной Церкви это было бы явно нежелательно. «Если с Всемирным Советом Церквей мы можем говорить о каких-то высоких идеологических вещах, — сказал главред, — то со светским журналистом, издателем, корреспондентом так не поговоришь. Ему надо дать точную информацию, факты, цифры. А мы привыкли говорить так. Вообще. Мы не готовы к прямым и четким ответам на вопросы, касающиеся взаимоотношений церкви и государства». Мы передавали отрывки из книги диакона Владимира Русака «Свидетельство обвинения», касающиеся издательского отдела Московской Патриархии. Отрывки эти были опубликованы в 140-м номере журнала, выходящего квартально в Париже, «Вестник русского христианского движения». В следующем выпуске нашей программы мы продолжим знакомить вас с содержанием работы Русака.